Сподвижники называли его «Большой Ефим». Это соответствовало его внешности, должности и размаху дела, которым он руководил. При Ефиме Павловиче Славском сложился особый стиль работы в атомной отрасли. Высокая ответственность, профессионализм, требовательность, творческая инициатива и преданность делу. Память о легендарном министре среднего машиностроения жива до сих пор и еще долго будет жить в памяти потомков. Минсредмаш, который создал и возглавил Ефим Павлович Славский, это государство в государстве. Оно обеспечило огромный комплекс работ по созданию ядерного оружия, по созданию атомной энергетики, по созданию мирного атома. Но и еще это горно-рудное производство различных самых, я бы сказал, дорогих материалов. При Славском в Советском Союзе появились закрытые города со всей необходимой инфраструктурой. Было много сделано в области социальной сферы. Построена целая серия санаториев и домов отдыха, а также медицинских учреждений, предприятий атомной промышленности. Это человек-легенда. У него 10 орденов Ленина. Он трижды герой, как вы уже знаете. 30 лет руководил Минатомом. То есть все наши изделия, которые сегодня стоят на вооружении России, прошли через этот период, когда он руководил Минатомом. Специальным гостем вечера стал писатель из Ульяновской области Анатолий Калачев, который представил зрителям роман о Ефиме Павловиче Славском «Невозможное возможно». Писатель рассказал о том, как велась работа над трехтомником, об уникальных архивных документах, о том, в каких тяжелейших условиях происходило становление легендарной личности, каким трудом доставалась крестьянскому пареньку дорога в большую жизнь. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.